Обзор экономического календаря на 25 апреля. Сегодня в 17 часов ожидается публикация данных из двух источников Соединенных Штатов. В первую очередь это индекс доверия потребителей Соединенных Штатов, ожидающийся на значение 122,5 процентных пункта, а также продажи нового жилья в Соединенных Штатах, ожидающихся на значение 583 тысячи. Все данные две статистики способны укрепить американский доллар, что также может послужить толчком к укреплению ослабшей недавно американской валюте и в первую очередь на рынке европейской валюты по отношению к американскому доллару. Как можно заметить, по результатам вчерашней торговой сессии не был закрыт ценовой разрыв, сформировавшийся в начале действующей торговой недели. Также данная публикация может позитивно для американского доллара повлиять на рынки британской валюты, которая продолжительное время находится над ключевым уровнем поддержки 1.2774. Снижение, скорее всего, будет ограниченным, и потенциал дальнейшего роста на данном рынке многовероятен, поэтому заключение сделок на продажу должно быть ограничено в первую очередь ближайшим уровнем поддержки 1.2704, и, соответственно, большая часть фиксации прибыли должна находиться у данного уровня. Также статистика из Соединенных Штатов способна повлиять и на ситуацию с японской иеной, которая в последнее время ослабла из-за смещения рисков геополитических, связанных с французскими выборами президента, а также связанные с Северной Кореей и несостоявшимся пока очередном испытании ядерного оружия и, соответственно, ракета большой дальности, которая по большей части ожидалась в первую очередь со стороны Японии, со стороны Кореи по отношению к Японии. То есть Япония была наиболее встревожена возможными данными испытаниями. И, конечно же, завтра уже в 4 часа 30 минут будет опубликована статистика по индексу потребительских цен Австралии. При публикации данных вблизи ожидания 0,6% пункта это способно укрепить позиции австралийской валюты по отношению к доллару США и привести к очередному импульсу роста на данном рынке от поддержки 75,43 с дальнейшим ростом до сопротивления 75,92.